Сегодня я покажу вам, как сделать простую игру для компьютера. Буду использовать самый простой язык программирования Scratch. Ставим фоновый рисунок. Игра будет про Хэллоуин. Добавляем главного героя. Это Диппер из Gravity Falls. Сделаем его поменьше. Заставим его двигаться. Стрелка вверх двигает его вверх. Стрелка вниз двигает его вниз. Добавим фоновую музыку в игру. Добавим счетчик времени игры. Он будет считать секунды. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Теперь добавим в игру первое привидение. Все привидения будут появляться справа в случайных местах и лететь налево с разной скоростью и в разные направления. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Сделаем привидение более реальным.
Если привидение коснется главного героя, то игра закончится. Добавим еще одно привидение. Просто переносим все команды от первого привидения. Это привидение будет летать немного быстрее, чем первое. Добавим еще одно привидение. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Оно будет летать быстрее всех. Игра готова. Нажми на букву «Я» и подпишись на мой канал. Еще нажми на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.